Котеночек. Ну, пожалуйста. Ради бога. Я умоляю вас. Соберитесь уже в кучу. Короче, смотрите, я пошел шаг. Какие наши действия сейчас? Сейчас садимся, едем до тупика. Там на эскалад. Кто захочет, может попрыгать с ним. Потом садимся на рафт, переплавляемся. Будем переплавляться, ноги, естественно, смокнут будут. Дальше. Идем на водопад. Ходили на водопад, обратно придем. Алексей обратно переплавим и поплывем дальше на рафту. Соответственно, надо взять это для ваших девайсов какой-то мешок не промокаем, чтобы его засунуть. Там есть шеверка небольшая, мы ее пройдем без жилетов, вот так вот, короче. И по пути еще на том берегу наберем дров, потом причаливаемся, перекусываем, либо садимся в машину, либо дальше плывем, короче, до следующего водопада. Ясно? Все, поехали. Так, наконец, скажи, нужно ли крейки? Деду возьми все. Я уже спросил у Айдара из ЧБЧ, на какой Че, на первый или на второй еще? И на какую, у меня просто база не складывается. Ребята, загружаемся! Let's do it. Damn. You's a silly motherfucker. Let me ask you a question, homie. I gotta know. Are you a grown crack baby born in the 80s? Are you a grown crack baby born in the 80s? Are you a grown crack baby born in the 80s? Are you the motherfucker you broke in my Mercedes? Let me tell y'all the definition. Отдаемся. Так, правый носовой сильнее отдыхаем. Бочка, бочка, бочка! I won't deny it, I'm a straight rider. You don't wanna fuck with me. Got the police busting at me, but they can't do nothing to me. Двигаемся с моей скоростью. So many battlefield scars, while driven in plush cars. This life is a rap star, it's nothing without God. Was born rough and rugged, addressing the mass public. My attitude was fuck it, these motherfuckers love it to be a soldier. Must maintain composure at ease, don't like it's complicated. Only what you make it to be.
Ветер, камни, дожди. Все вперед и вперед. Рота прет, наша прет. Третьи сутки в пути. Слышь, браток, не грусти. Ведь приказ есть приказ. Знает каждый из нас. Keep rolling, rolling.
Now I got a dark side, we call it a monster. Cause it comes out when it wants to. If you knew half of what I did, the nightmares would haunt you. Nigga, I'ma get you if I want you. Run up on your life, you own your life. Whether it's wrong or right, it's all tonight. Что ты делаешь? Мы готовим пирожок, мясной пирог. Ингредиенты можешь назвать? Мясо. Побольше мяса. Короче, там внизу картошка. Дальше заложили слой, поперчили, посолили. Складываем еще раз. Слой. Вот. Так вот, насыпаем все это дело морковочкой, лучком. И что, какую выставляем температуру? На троечку? Да, тройка, четверка. И сверху, если помидоров добавить, будет вообще огонь. А вода? Вода. Собственно, соку варится. Так. Крышка. Секундочку. Фишка в том, что надо очень плотно крышку закрыть. Пар не выходил. Сейчас поставим на костер. Так. Убрать как-нибудь. А вот щепка, жидкая. Где? Вот она. Вот. На три ножки. Вот, вот здесь. А. Поначалу пусть на шестерке стоит. Берем камни. И камни. Заложить все это дело камнями плотненько. Если пар раньше времени выйдет, короче, мясо сгорит. Я тоже помогаю. Бывал такое с мясом? Был один случай, буквально год назад. В похожих обстоятельствах? В похожих абсолютно обстоятельствах. Был немножко другой маршрут. Алтай-Чуй-Катунь. А сейчас ЧБЧ. Кстати, Айдар, что значит ЧБЧ? ЧБЧ. Что такое ЧБЧ? Егор, а ты знаешь, что такое ЧБЧ? ЧБЧ, это первый раз слышу, вообще какие-то буквы непонятные.